Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня за 1 час я получил без доната 10 тысяч голды. Ну это просто что-то нереальное, поэтому, дружище, пожалуйста, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на мой канал, ну а мы идем дальше. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Я думаю, вы все прекрасно помните, что я создал себе новый аккаунт. Так вот, в этом новом аккаунте у меня не было ни единого скина. Ну а теперь посмотрите на все это. Да-да-да, это не сон, это самый настоящий аркан, это самый настоящий нож. И помимо всего этого у меня даже есть... Не скажу. Смотри видео дальше. Для начала давайте разъясним, зачем я вообще создал новый аккаунт. Ребятки, этот аккаунт я создал только с одной целью. Для того, чтобы всем показать, что я не бущенный нуб, как вы пишете в комментариях. А чтобы доказать и себе, что я могу быть и Gold 3, и Gold 4, и Фениксом. Также, как вы все прекрасно помните, у меня не было ни единого скина. Но прямо сегодня на стриме мы это подправили. Вот это все, что у меня есть! Хотя я хочу сегодня собрать себе инвентарь, поэтому если вы мне поможете, пацаны. Я не говорю нож, нож баждарноль, дорого стоит, но хотя бы, ну хотя бы какие-то АКР спорт, хотя бы что-то. Ну вы посмотрите на вот это, ну это вообще испанский стыд, а не инвентарь. Купили, купили скин, а кто купил, кто купил? Призма, я тебя люблю, у нас 0.56 голды, да! Поставите вы, возможно, о, котетис купил, спасибо, 0.72 голды, ни хрена себе мажор. Так, пацаны, тихонечко, купили, спасибо вам! Спустя полчаса. Мне подписчики помогли голдой, у меня было ровно 200 голды, и я на эту голду решил купить 2 кейса. Пацаны, я тупо псих, я тупо сумасшедший. Блин, пожалуйста, Скорпион, я тебя молю. Ну что, ребята? Пожалуйста, скажи, что выпало, скажи, что хорошее, скажи хотя бы легендарка, если вы легендарка. Так что выпало, говорю, я не смотрю, что выпало. Хорошее что-то? Очень нож. Нож? Тише, тише, тише. Весь чат пишите. Нож выпадай. Это приказ, приказ. Нож выпадай, нож выпадай. Починай, пожалуйста. 2, 1. Что выпало, Нерка? Смотри, быстрее, быстрее. Что выпало? Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, Аркана. О, нож, капец, бабочка. Красная. Поклянись. А? Поклянись. А? Поклянись, что выпал нож. Блин, как было? Да, 1300 голды, я тебя люблю, спасибо. Как тебя зовут, дружище? Коля. Колян, опиши, я тебя добавляю, друзья. Блин, спасибо большое. Пацаны, а также... другу привет передай? Да, да, я могу даже его в друзья добавить. Спасибо, 1300 голды. Мне на нож хватает! Ну и короче, в тот момент я себе думал покупать самый дешевый нож. Но потом мне прилетает донат, и меня спрашивают, Кент, пропиаришь ли ты меня за 2000 голды? А я думаю, у меня 7000 онлайна, я себе собираю на нож, и мне предлагают сделать пиар за голду. Конечно же, добро пожаловать! Но есть одна проблемка. После этого пиара мне прилетел еще один донатик, и попросили еще пропиарить другого человека. Но есть еще одна проблемка. После этого пиара прилетел еще один донатик и просили пропиарить еще другого человека за голду. После этого мне уже хватает на все скины, которые я хочу, потому что у меня было примерно 5000 голды. Но мне не перестают то сливать скин за 0.3, то дают голду просто так. И в итоге, ребята, у меня вот такой вот инвентарь. Вы уже все в предвкушении по-любому. Ребята, еще раз повторюсь, вот этот инвентарь я получил за 1 час. Просто посмотрите на все это. Вы посмотрите, сколько аркан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Блин, большое спасибо, честно. Вы не подумайте, что я хвастаюсь. Нет, ребят, ни в коем случае, это все вы. И большой низкий вам поклон. И естественно, я вот этот аркану разыграю моим подписчикам. Изначально я планировал то, что это будет просто рубрика, типа я собираю на нож, но так вышло, что за 1 час я себе купил нож, я себе купил АКР Treasure Hunter, я себе купил М Самурай, вы посмотрите на все мои легендарки, ребята, вот тут, на эту легендарку посмотрите, UMP-45 Винджет, и плюс на ней 1, 2, 3, 4 наклейки, ну это просто что-то невообразимо, и плюс помимо всего этого, обратите внимание, сколько у меня голды, 5200 голды, ну я не знаю, но это что-то невероятное, ребят, кому не сложно, пожалуйста, посчитайте примерно, сколько голды стоит весь этот инвентарь.
Ну и конечно же, главный вопрос, с кем ты пока, а зачем ты снимаешь нам это видео? Ты хочешь похвастаться? Ты хочешь заработать на рекламе? Нет, ребята. Самый главный мотив – сказать спасибо всем этим людям. Обратите внимание на их ники. Большое им спасибо. Вы посмотрите, сколько мне всего купили, ребята. Просто обратите внимание. Покупали абсолютно все. Как с клана Киборгов, так и не с клана Киборгов. Покупали мои модераторы. Покупали вообще новые подписчики, которые меня впервые в жизни видят. Покупают донатеры, которых я тоже никогда в жизни не знать не знал. Большое человеческое вам всем спасибо, потому что именно благодаря вам у меня все это есть. Ребят, посмотрите, самый первый скин, который мы купили, это Careworm. А самый последний, который мы купили, это за 800 голды М40 Arctic. У меня просто самые добрые подписчики в мире. Только что, вот прям только что, во время монтажа этого видео, мне написали ВК и подарили Скорпион Скретч. У меня просто не до слов. Спасибо. Просто спасибо, огромное спасибо. Вы самые лучшие. И я так решил, что если мне помогли добрые люди, то почему я должен жлобиться? Поэтому я на следующем стриме раздам 1000 голды. Поэтому, дружище, пожалуйста, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на мой канал и жди следующего стрима, потому что именно на нем ты сможешь получить 1000 голды. Не забывай ставить на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну а в принципе, ребятки, на этом все. Большое вам еще раз спасибо. С вами был ваш Кента ПК. Всех вас сильно-сильно люблю. Вы самые крутые, я самый лучший. Даю всем вам кулачок. Всем удачи и всем пока.